что соседка там кричит, соседи, помогите. Выглянул на балкон, вижу, что-то снизу дым идет. Оделся, вышел с квартиры и, придерживаясь перил, опускался вниз. Да, пожарные помогли выйти. На первом этаже меня подхватили и вывели на свежий воздух. Я дверь открыл, а у меня астма. Я дверь открыл, дыхнул, мне стало плохо. Я дверь закрыл, тут я намочился, стоял на балконе. А тут уже плохо было там же. Ну, подъехала вышка, и, значит, ребенка сразу сняли одного от соседей, этот, лестницу такую выдвижную, ребенка опустили. А потом на четвертом этаже ребенка сняли уже этим вышкой. Сняли, спустили, а потом меня и супругу еще. Ну что, ну нормально они сработали. 22.02 в 3.09 на пункт связи части поступило сообщение о пожаре на улице Гонда, 42. По прибытию в 3.09 первого подразделения было установлено, что горит квартира на первом этаже. По проведению розетки было принято решение о вызове дополнительной автолестницы для эвакуации в связи с сильным задымлением подъезда. Была вызвана автолестница. И приняты меры к ликвидации пожара на первом этаже. В связи с тем, что было сильное задымление, с помощью 12 человек личного состава было эвакуировано 6 человек в средней тяжести мужчины. Также была эвакуирована женщина и 8-месячный ребенок. С легким отравлением. Сейчас они, насколько я знаю, уже находятся дома. В 3.40 пожар был локализирован, и в 4.10 пожар был уже ликвидирован.